Всем привет, вы на канале Аленка. Сегодня я хотела, конечно, добить 1000 подписчиков. Ну, наверное, не смогу, то что уже, можно сказать, ночь. Но я решила тут Майнкрафтик заснять. И, кстати, да, подписывайтесь у Муда. Ссылку мы дадим в описании. Я тут играю в это, ну, как-то выживание, но мирное. Потому что я только привыкаю к такому. Я тут столько прошла, я заспавнилась, если честно, не заспавнилась ни в деревне, ни возле деревни, а где-то в горах заснеженных. И потом я прошла большой километр, ну много прошла, и добралась до деревни. Давайте, кстати, переручать. И меня, смотрите, какая банда уже. Банда большая, тут еще и коты бегают. Только вопрос. У меня не один был кот, а 3. Куда два? Еще 2 делось. Так. Нет, правда, 1. А где? Их что, съели? Бедные мои котики. Так, где тут какой-нибудь домик, где есть кроватка? О, вот. Только придется вот так. Ладно. Меня, в принципе, никто не съест с такой большой охраной, которая не может поместиться в дом. Прекрасно. Ладно, хай так будет, а то у меня и правда, когда я буду спать, убьют. Ой. Псы, привет. Ой, как ты сюда забрался-то? Можешь отойти, пожалуйста. Ой, прости, я не хотела тебя пнать. Сейчас я пойду драться. А нет, они не дерутся, собаки с собаками не дерутся. Кстати, хотите небольшой прикол скажу? У меня был маленький щенок, и он загрыз 3 больших волка. 3 больших волка. Но это щенок. Так что вам нужны щенки, они... Уж сильно злые. Кстати, а где тут голем, который меня как-то убил? Я сейчас ему с такой бандой покажу, кто тут главный. Где он? Где голем? Что, уже убежал? Такой большой банды. Ладно, давайте поищем тут всякое, а то я, наверное, скоро буду голодать уже. Захочу кушать. Так, главное тут никуда не упасть. И главное, чтобы собаки у меня тут ничего не потоптали. То все-таки, может, я тоже буду как-то собирать. Так, тут ничего. Придется шарить по домикам. Обычно, когда люди так находят деревню, так и делают. И, кстати, на этот раз нашла большую деревню. О, сундучок. Ух ты. Ну, давайте саженец еще возьмем, может, посадим где-нибудь. Так. Я, кстати, я Майнкрафт закачал, где... Он, конечно, с рекламами, но я отключила интернет. Прекрасно. Ты что спишь? Ты что, вампир? Ой. Как можно утром спать? О, кузница. Ну, тут, наверное, точно что-то должно быть. Господи. И кроватка здесь. Ух ты, 7 саженцев у меня. 12 яблочек. Железный меч. Ух ты, еще седло. Я могу приручить лошадей. Так, подождите. Да, вот такая у меня яконка. Так. Ну, ночь уже не скоро будет, в принципе, так что пойдемте дальше шарить по деревне. Кстати, да, давайте заставлять двери открыты. Это будет обозначать, что мы в этом доме уже были. Так, в этих, значит, мы не были, что ли? Нет, мы тут были, я помню. А здесь?
Здесь, по-моему, не были, ну ладно, тут ничего интересного. Кстати, давай кровать где-нибудь возьмем. Может пригодиться. Вот кроватка. Хотя бы белая. Так, тут мы все забрали. Ой, опять. Ё-моё. Ой, опять этот интернет. Все. Так. Господи, псы, шо у меня туда все валитесь? Давайте вылазить. Нате. Так. Ну что тут такого интересненького? Нету ничего. Так. Здесь желтая кроватка. Ой. И что, тревогу подняла? Ладно. Нас никто не нападал. А если бы напал, то бы мы его с моей охраной разбили. У меня есть железный меч, в принципе. Он, в принципе, хороший тоже. Ну, лучший самый алмазы. Так. Что тут больше? Ничего нет. Жаль. Жаль. Кстати, вот какой-то большой домище. Стоп. Здесь две кузницы. Так, вот кузница. Вот. И вот. Так, меня мои глаза обманывают или нет? Нет, меня не обманывают. Две кузницы. И что здесь? Дайте посмотрю. А, ну, как сказать. Кстати, а давайте нарядимся уже. Так, куда тут нажимать, чтобы нарядиться? Сюда? А, так, подождите. Сундук, вот. Штаны, нагрудник. У меня все есть, ух ты. Так я могу быть защищена. Ух ты. Давайте оставим по ножу. Ну, все, давайте тоже оставим. Хотя ладно, хай будут. Вот так. А по ножу мы здесь оставим. Папа, у меня тут такая охрана большая. А ты что? Псов. Ну, у меня куда-то два кота уже сбежали. Серьезно? Да, у меня остался один кот. И это малыш. Угу. Ты в Майнкрафт играешь? Угу. И, кстати, подпишитесь на Умуда. А, на канал Умуда? Да. Внизу ссылочку даже, да? Да. Он тоже играет в Майнкрафт и еще какие-то там... Да, игры, да, стрелялки. И бродилки, да? Да. Я такое боюсь. Так что... Я половину серии могу посмотреть и все. Что-то дом уже развалили. Мы, кажется, уже всю деревню посмотрели. А тут? Тут я лошадей уже привязала. Так, а здесь? Здесь тоже ничего. Ой, ух ты. Еще. Ух ты, так их можно топорик. Так, как топор сделать? Топор. Тут надо как-то. Топор. Так. Нет, мне топор нужен. Ой. Тайна была бы. Получилось. Ух ты, давайте такое сделаем. Мы сможем навес сделать. Давайте. А давайте. Прикольная вещица. Псы, пошлите.
вижу, у меня много псов. Ладно, давайте еще волков потратим. Ну и кости тут. Так, только не здесь. Давайте где-то на ровной поляне. Такой. Ой. Давайте щенков. А, нет, мы не сможем. Мне нужно мясо. Ой. Ой, все, конец волку. Надо быть аккуратным. Так. Кстати, почему я не голодаю? А, наверное, потому что я в мирно играю. Я не голодаю. Кстати. Вот. Давайте, кстати, сделаем навесик небольшой. Сейчас мы только тут приручаем волков. Все, мне нечего больше дать. Прости. Ладно, давайте я кое-что сейчас сделаю. Так вот, продолжаем. Кстати, уже скоро ночь. Ой, куда я попала? Нет. Ой, я могу задохнуться. Хлеп-хлеп. И мне нужен домик, где есть кроватка. Тут есть кроватка. Хлеп, все. Ой, там собака. Ой, волк утонул. Отойдите, пожалуйста, можно? Еще рано. Опять волк утонул? Да что все тонут? Надо это будет еще закрыть. Так, псы мои. Здесь, пожалуйста, не тоните больше. Я сейчас возьму и копаю здесь. Дайте, отойдите. Псы. Давайте, выбирайтесь вместе со мной. Песики мои верные. И вопрос, зачем мне меч, если у меня есть такая охрана? Вопрос большой. А. Все, больше никто не утонет. Так, а вы вылазите, давайте. Я сейчас дрень закрою. Эй. Все, закрыла дрень. А ты вставать. Ой. Сидеть. Мне костей должно хватить. Ой. Мне хоть все можно потратить. Ой-ой-ой. Так, тихо-тихо. Стоп. Обсидиан? Или нет? Обсидиан. Это что? Черное там? Ой, это не обсидиан. Жаль. Ладно, вылазите отсюда, псы. А мы идем дальше вас приручать. Чё ты там сидишь? Мой верный друг. Ты чё сидишь? А? Такой грустненький. Так, больше никому не тонуть, пожалуйста, а то я за вас не смогу. Ой, маленький. Эй, отойдите от моего маленького. Отойдите от моего маленького волчонка. Вот маленький такой. Приручить. Ой, какой ты хорошенький. Так. Сейчас мы зайдем домой. Так, вот кто сидит у нас тут. Сейчас мы не зайдем в большую. Ой, встать. Подождите. Так,
Так, быстро бежим домой. И главное, чтобы к нам никто не телепортировался прямо возле этого. Так. Ох, отойдите, отойдите, отойдите. Эти, все. Ух. Никто не зашел, а вы там стоите, меня охраняйте. А я тут пока вас поприручаю всех. Так. Сидеть. Ой, встать. Там целая толпа псов на меня стоит и смотрит. Мой маленький малыш волк. Так, теперь давайте опять их всех выведем, а то у нас будет все заполнено. Так, не хлебайте там воды, она грязная. Будете козлятками. Так, стоп. Отходите. Так, тихо. Отходите, пожалуйста. Ой. Все. Никому. Так. Давайте закончим. Приручить. Ой. Встать. Хай встать. Тут еще малыш. А вот он, малыш волк. Сейчас мы опять их будем выводить. Ой, нет. Блин. Ладно, идем. Я здесь буду всех приручать псов. Потом, наверное, буду с котами. Так, надо закрыть вот это, чтобы никто не сбежал. Так, маленький волк. Опять маленький волк. Что ж такое? О, одна кость осталась. Так, первый, это, как сказать, ну, 64 косточки уже потрачены. Осталось 7 волков. А мы их приучим уже в следующем домике. Сейчас мы всех выведем вот так вот. Позвеним. Все псы со мной. Смотри, папа, какая у меня банда. Как же ты их прокормишь, такую банду? Они не хотят кушать. Как они хотят кушать? Они не едят. Они тут цветочки. Не едят. Странные собачки. Такие собачки за день стадо коров съедят. А это уже будет последний раз у нас. Они тут не голодают почему-то. И для этих песиков. Ой, тихо. Не кусаемся, не деремся. Спокойно здесь будем. Так. Еще 2 волка у меня осталось. Ой, мама и волчонок. Или папа и волчонок. Все. Ух ты, тут у меня даже еще маленький щенок еще есть. Даже еще. Ух ты, какая у меня банда. Так, стоп. А кот где? Я что, уже кота потеряла даже? Нет, кот. Куда кот ушел?
Папа, у меня кот свалил. Ты, конечно, такая кагала собака. Прекрасно. Первые двое сами убежали, наверное, от маленького турбона собака. Первый это хвост уносил. А может, он утонул? Не все же коты могут плавать. Кстати, я до сих пор есть не хочу. Прекрасно. Тут этот, как его? Ладно, я потом тебя приучу. А сейчас надо бежать скорее домой. Да скорее же. Я не хочу намокнуть. Ай. Так, житель, тебе придется выйти. Пожалуйста. Ладно, останься со мной, Бобик. Слышь, что ты продаешь? Нет, что-то неинтересно такое. Чего я спать вообще не хочу? А ты, папа, меня со всех сторон охраняет. Ай, выходи, житель, выходи. Один пес со мной тут. Ой, уже надо спать потихоньку. Так, чего я не хочу ложиться? Ой. Ой. Где мы? А вот оно, мое стадо. Ой, прости, песик. Ну что ж я не хочу спать-то? Что, еще не ночь? Давайте посмотрим. Тут. Час. Ага, сколько скоро уже будет ночь. Сейчас мы поспим и будем заканчивать видео. Ну чё, я не сплю. Чё ты на меня смотришь, маленький Ремик? Щенок не хочет ложиться спать. Нет, он... А, спать ночью, только ночью он пишет, да? Угу. Нет, это я на кровать нажимаю, а она... О, все. И на мне Ремик сидит прекрасно. Да, все, спать улегся, да? Да. А Ремик спать не хочет прекрасно. Я тут решила из костей сделать костную муку. Все. Давайте много-много ее наделаем. Целый стак. Или еще. Ладно, давайте. А костная мука это корм? Нет, это корм для деревьев. Почти угадал. А, подкормка для деревьев? Да. Ладно, всем пока и до скорых встреч.